Чтобы правильно научиться играть в бильярд, надо научиться правильно держать кий. Если у вас будет кий ходить ходуном, то есть у вас не будет правильный удар, правильно поставленный удар. Точный удар. Это сейчас Елизавета Соловьева уверенно чувствует себя за бильярдным столом. Все начиналось совсем не так. Мое знакомство началось 4 года назад. То есть я когда пришла первый раз сюда, я пришла за маленький стол, за пул. Я не умеючи, но я пыталась играть. Но поддержали Елизавету опытные наставники. Денис Давыдов несколько лет был в составе юношеской сборной России по бильярду. Парень – призер многочисленных турниров российского и областного уровней. Тренирует спортсмена Сергей Дьяченко. Лиза вдохновилась мастерством. Даже в день съемок Денис пополнил коллекцию наград еще одной победой на чемпионате города Междуреченска по бильярдному спорту. Динамичная пирамида. Он принес первое место. Это точно так же для меня, так сказать, победа, потому что он меня обучает. Все равно спрашиваю советы, он мне точно так же подсказывает. Увлечение Лизы позже переросло в работу. Девушка устроилась барменом в бильярдный клуб. Теперь у нее есть ежедневная возможность тренироваться. Встаю за стол. Наполняется какой-то прилив, что ли. Даже ты не попадаешь. То есть ты заново встаешь каждый раз. Мне, можно сказать, нравится это. Я прихожу не в рабочее время, я точно так же здесь тренируюсь. Мне очень нравится. И мне нравится, как ко мне относятся посетители. И девушка также отвечает добром. Работа научила чувствовать и поддерживать людей. Приходят разные люди, начинают свои какие-то семейные проблемы рассказывать, ты уже выслушиваешь человека и потом, то есть, даешь какие-то советы. В этом заведении получила много опыта, то есть я, когда пришла сюда, я была более агрессивная, более импульсивная. Изменения в характере подмечают и коллеги. Ответственнее стала, совершенно другой человек. Интересные авантюры, риск, адреналин и здоровое соперничество – это претендентка на титул «Жемчужина Междуреченска» очень любит. Поэтому и решила попробовать свои силы в конкурсе красоты. Прислали сообщение, я сразу сказала себе: давай пробуй. Скорее всего, мне помог фестиваль «Невест» 2015 года. Фестиваль «Невест» Лиза вспоминает с особым трепетом. Парад подарил ей бесценный опыт выступлений на публику и невероятные эмоции. Ее родимая мама, за что ругали бы сестры, за что убили бы братья, когда узнала, где была. Ой-ой-ой. Ощутить себя в роли невесты, одеть это свадебное платье, потому что это очень интересно, вызывает бурю эмоций каких-то, потому что даже я не была еще замужем. Невинная девушка должна быть домашняя, в любящей семье, любить своих близких. Елизавета – хранительница очага. Девушка считает, что в каждом доме должен быть домашний питомец. Ой-ой-ой, закайфовала Нифа. Очень замечательная порода кошек. Они приносят удачу, сфинксы. Я ее называла Нефертити, потому что это царица была. У нее тоже необыкновенный характер, как у царицы. Нефертити. Семья для девушки главное в жизни. Красотой обязана своей маме. Муж у меня родился 14 сентября, я родилась 16 сентября, дочь у меня родилась 19 сентября. Но так как у нас папы нету в живых, Юрия Евгеньевича, как смогли, так и помогли дочери встать на ноги. Спасибо родителям. Я хочу ей пожелать всего самого наилучшего в ее жизни, добросовестности, любви по отношению к людям. Елизавета верит, искренние пожелания близких людей обязательно сбудутся. Привет! Меня зовут Наташа. А меня Галя. И мы из города Новокузнецк. Мы желаем искренней победы Елизавете
Соловьевой в конкурсе «Жемчужина Междуреченска». Потому что мы тебя любим.